Пикируем рассаду баклажанов. Это несложно, если знать основные правила. Вырастить рассаду баклажанов не так уж и трудно, как считают многие. Если знать все тонкости, то достичь успеха может даже новичок. Способы выращивания рассады баклажанов разные, с пикировкой и без. Я всегда выращиваю с пикировкой. У меня нет возможности сеять в феврале в отдельные стаканчики. Трудно организовать досветку. Да, у баклажанов действительно очень нежная корневая система, но и она способна восстановиться после пересадки, увеличивая постепенно площадь питания. Рассада вырастает больно сильной. Пикировку я провожу, когда появятся 2-3 настоящих листочка. Стараюсь делать пикировку на растущей луне. Это способствует укреплению корней и кроны. Грунт по составу беру такой же, как и для посева семян. Только добавляю чуть больше органики, делая его более питательным. Чтобы уменьшить стресс и помочь рассаде быстрее адаптироваться, за несколько часов до пикировки опрыскиваю рассаду раствором опина. Перед пикировкой рассаду увлажняю. Емкости наполняю на 1/3 грунтом, проливаю фитоспорином и делаю углубление. Вместе с комом земли осторожно вытаскиваю вилкой растения. Прищипываю кончик главного корня, помещаю росток в лунку и засыпаю почву. Затем растение слегка подтягиваю вверх, чтобы корни вытянулись и расположились вертикально. Пальцами аккуратно приминаю грунт, а чтобы корешки все расправились и вошли в хороший контраст с почвой, немного поливаю. Затем мульчирую, присыпаю умеренно сухой землей. Это позволит на начальном этапе обезопасить ножку растения от воздействия влаги и заражения черной ножки. Рассаду заглубляю до семидольных листочков. Хоть баклажаны и дают дополнительные корни неохотно, вреда от заглубления легким и рыхлым грунтом не будет. После пикировки притеняю рассаду на сутки. Баклажаны не любят жару и прямые солнечные лучи. В первые дни аккуратно поливаю, чередуя и пин, и корневин. Каких бы мнений не было, но такой способ пикировки меня полностью устраивает. Рассадой, как и урожаем, я довольна. И вам всего хорошего! Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много нового и интересного.